1 апреля 2021 года на территории Московской соборной мечети состоялось торжественное открытие розничного магазина «Баракат», первого в столице книжного, специализирующегося на различных аспектах исламской культуры. Церемонию открытия почтил своим участием и добрыми напутствиями председатель Духовного управления мусульман Российской Федерации муфтий шейх Равиль Гайнуддин. Бисмиллахиррахманиррахим. В добрый час, хайрлы сагатта. Аллах насыб етсін, мәхи артсін. На мероприятии также присутствовали заместители председателя Рафик Фатахидинов, Ильдар Нуриманов, Равиль Сейфидинов. Почетным гостем церемонии стал заместитель руководителя Департамента национальной политики и межрелигиозных связей города Москвы Константин Блаженов. Церемония началась с чтения аятов Благородного Корана в исполнении имама-хатыба Московской соборной мечети Ислама Зарипова. Бисмиллахиррахманиррахим. Инналлазина калу раббуна Аллах. Далее духовный лидер российских мусульман муфтий шейх Равиль Гайнуддин вознес молитву о том, чтобы открывшийся магазин способствовал просвещению и образованию мусульман, а также раскрывал ислам и мусульманскую культуру любому человеку, интересующемуся этой темой. Я хочу молить Всевышнего Аллаха благословить наше открытие, а открытие магазина, именно книжного магазина, это наше служение в области просвещения, образования не только мусульман, но и всех тех, кто интересуется исламом, вероучением, законом, нравами, богослуженной практикой. Равиль Гайнуддин отметил отсутствие прежде в Москве магазина, предлагающего религиозную исламскую литературу и литературу на национальных языках, в том числе для детей. Главное, для наших детей никакой литературы на национальных языках, к сожалению, в Москве не продается. Мы вынуждены создавать, будучи религиозным центром, религиозной организацией, выделяя чуть-чуть площади Московской соборной мечети, исторической мечети, под магазин по обеспечению и детской литературой, и молитвенной литературой, и литературой на национальных языках. Это, мне кажется, самое богоугодное дело. Глава Духовного управления мусульман Российской Федерации подчеркнул, что, несмотря на обилие современных форматов, традиционная печатная книга не утрачивает своего значения в получении знаний и духовном росте человека. Книга, книжная литература, она настолько необходимая для души человека, человек должен читать книгу. Чтение книги и взрослым дает просто душевное такое спокойствие, удовольствие. Это не то, что мелькает перед тобой экран, а это ты полностью сам впитываешь смысл этой книги, этого текста. Значимость открытия нового книжного магазина объясняется его уникальным форматом, который позволит обеспечить москвичей и гостей столицы исламской литературой за авторством лучших религиозных мыслителей и ученых на многих языках – арабском, киргизском, русском, таджикском, татарском, узбекском, уйгурском, турецком, казахском, чеченским, аварским, кумыкском, башкирским, азербайджанским и английском. На полках будут представлены списки Благородного Корана, труды по исламскому праву, вероубеждения, истории ислама, религиозной практики, предания о пророках, пособия по арабскому языку, детская литература. Ариф Тухаев, Медина ТВ.